колонию за угон машины поедет житель Елизова. Обвинительный приговор 24-летнему рецидивисту вынесли в районном суде. Как сообщили в прокуратуре региона, все случилось в декабре прошлого года. Тогда молодой человек познакомился с мужчиной и согласился на предложение выпить. Как только потерпевший уснул, злоумышленник схватил ключи от его машины с тумбочки, вышел во двор и принялся искать авто. Благодаря звуку сигнализации горожанин довольно быстро обнаружил транспорт и отправился колесить по улицам. Поездка прошла не очень успешно. Мужчина не справился с управлением и повредил авто. Вернувшись в квартиру хозяина машины, лихач был задержан полицейскими. Свою вину он признал и раскаялся. В итоге суд отправил его в колонию строгого режима на год и 4 месяца.